Президент подписал указ, который изменит ПДД. Введено понятие «средства персональной мобильности». Это моноколеса, сегвеи и электросамокаты. Появится и новый дорожный знак. Ограничение до 30 км в час. Велосипедисты за городом в темноте должны ездить с фликерами. А мотоциклисты будут нести ответственность за нетрезвых пассажиров. Изменения вступят в силу осенью. В Беларуси увеличили лимит беспошлинного ввоза посылок. Без дополнительных расходов теперь можно получить товар стоимостью 1000 евро и весом 31 килограмм. В случае превышения потребителю нужно оплатить пошлину 15% от суммы заказа, но не менее 2 евро за килограмм. БелЖД назначила 105 дополнительных поездов на майские праздники. Увеличено количество составов, курсирующих между Минском и Брестом, Витебском, Гомелем, Могилевом, Пинском и Костюковичами. Западные и восточные регионы свяжет еще один поезд – Гродно-Орша-Кричев. Билеты в продаже. С ухудшением погоды ГАИ призывает водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах. Автомобилистам нужно двигаться осторожно, не забывать о соблюдении дистанции и выбирать безопасную скорость, а пешеходам использовать светоотражающие элементы. За время акции «Неделя леса» в Могилевской области посадили свыше 3 миллионов саженцев. Участниками экодвижения стали более 11 тысяч жителей региона. С каждым годом количество только растет. Кроме высадки деревьев, активисты навели порядок в лесном фонде.